В минувший вторник в зале администрации района чествовали ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На торжественном собрании присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель СНД Александр Брянцев, начальник управления труда и социальной защиты населения Рамазан Агиржаноков, директор комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов, главный врач центральной районной больницы Зарима Абшизова, глава сельских поселений, работники администрации района. Глава администрации района Заур Хамирзов тепло поприветствовал чернобыльцев, поблагодарил их за то, что, рискуя жизнью и здоровьем, они боролись с последствиями техногенной катастрофы. Я очень горд, что имею возможность выступать именно перед вами, потому что если бы не те мужественные усилия, которые в далеком 86-м году были предприняты, в частности, и вами, последствия были бы намного ужаснее. У нас должна быть память. И мы должны делать все для патриотического воспитания молодежи. Я, администрация района, мы желаем вам в первую очередь здоровья, вам, вашим семьям, близким. Знайте, что мы всегда протянем в случае необходимости руку помощи. Я благодарю, что вы у нас есть. Счастья вам, здоровья, благополучия. Сегодня в районе 38 ветеранов тех событий. Глава района, в свою очередь, вручил всем чернобыльцам цветы и конверты. Далее к собравшимся со словами огромной признательности за самоотверженность обратился председатель СНД Александр Брянцев. От всей души, от своего имени, от имени депутатского корпуса района хочу прежде всего пожелать вам прежде всего здоровья, уважаемые наши чернобыльцы. И долгих-долгих лет жизни. И пожелаю то, чтобы ваш ратный подвиг, который вы совершили 30 лет назад, на долгие года был достойным примером для нашего подрастающего поколения. Удачи вам! Добрые слова в адрес чернобыльцев прозвучали и от Рамазана Гиржанукова, Сальмана Малахова. От имени ветеранов Чернобыльской атомной электростанции выступил председатель Петр Бессонов. 26 апреля исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Накануне трагической даты с чернобыльцами встретился и глава кашхабрского сельского поселения Хазрит Борсов. Глава поселения выразил им слова искренней признательности и благодарности за мужество и героизм и вручил ветеранам цветы и конверты.